Девушки, всем привет! Значит, самое первое основное, вчера вышло видео «Шаблюль», заказы. Не все еще обратились. Я знаю, девочки ждут там и часы, и всякие разные вещи, и пока что не написали мне. Это говорит о том, что не все увидели видео. Прошу прощения. Видео вышло ночью, поэтому, может быть, просто не все заметили. Обратите внимание, вчера именно было видео по заказам от «Шаблюль». А сегодня у нас янтарь замечательный, цены практически оптовые. Кому нужен янтарь, как говорится, это ваша возможность, потому что по таким ценам в магазине купить невозможно. Я знаю почему, потому что я знаю, сколько это стоит на заводе, я знаю, почем это продается в магазинах. Отвечаю за то, что говорю. Значит, у нас комплект номер один состоит из кольца и кулона. Смотрите, какой полупрозрачный, шикарнейший с птицей янтарь. Это у нас позолота. Сейчас я посмотрю, что за металл. Сейчас посмотрим. Сейчас, секундочку. Что-то я закашлялась. Так, роди и позолота. Роди и позолота. Кольцо безразмерное. Тоже, как вы видите, полупрозрачный с одной стороны и вот такой вот молочный с другой. И такой набор, девчонки, его цена $113 или 423 шекеля для израильтян с НДС. Вот кто, например, не носит серьги, либо серьги носят другие, какие-то поменьше. Вот есть возможность комплект, только кулон и кольцо. Девчонки, по марказиту я всем разослала таблицы, эскиз. Кто не получил от меня таблицу, срочно напишите, значит, ваш заказ не вошел. Новый заказ можно оформлять, как всегда, на сайте. Ссылка в описании под видео. Там нужно просто записывать артикулы, вставки, ваше имя, данные и все. Все каталоги там указаны. А также в списке ко мне есть отдельный каталог. Следующий заказ я планирую где-то через 3 недели подать. Этот просто очень большой, очень долго мы делаем. Обычно все это быстрее. Значит, смотрите, вот такой вот замечательный комплект номер 2. $105, 394 шекеля. Сюда входят серьги на английском замочке. Это замечательный завод «Янтарная волна», который делает изумительные украшения в отличнейшем качестве. Очень редко, когда есть какие-то нарицания. Значит, кольцо безразмерное. И мне очень нравятся их швензы всегда. Очень точно сделано все. Это первая часть посылки. Вторая часть посылки с заказами они должны выслать только на следующей неделе. Так что кто ждет заказы, должно там еще прийти разные всякие штуки. Так, что это у нас? Это у нас идет также безразмерное кольцо. Ладно, не будем его растягивать. И кулон. Янтарь практически прозрачный. Также черный роди позолота. Цена. Сейчас, девчонки, вам скажу. $95 весь комплект или 342 шекеля. Да, брутальный, очень интересный. Так.
Этот комплект, девочки, по-моему, кто-то заказывал. Я вам все равно его покажу. Скажу цены. Кому нужно, оставляйте в сообщении. У меня есть какое-то ощущение, что мы его ждали. Значит, что у нас тут идет? Серьги и кольцо. По-моему, в прошлый раз это был кулон к нему. И цена $85 или 315 шекелей. Видите, такой вот висит посерединке шарик янтарный. Очень красивый комплект. Он недавно у них где-то примерно год. И пользуется большим спросом. Часто его заказывают, потому что он такой объемненький. И очень оригинально смотрится в ушах. И кольцо на 18,5. Так, вот это тоже, по-моему, девчонки, это литьевые модельки, они считаются как бы такие базовые, casual, как я люблю это слово, как говорится, на все случаи жизни. Здесь идет у нас лимонный, коньячный, зеленый янтарь, это в позолоте. Девочки, мне тоже есть ощущение, что кто-то заказывал. $34. А может и не заказывали. 125 шекелей. В любом случае пишите в комментарии. Как говорится, не будем гоняться за заказчиками. Я очень стараюсь все привести, все, что просят. Но уже как бы потом вспоминать и всем писать. Это уже просто по времени не успеваю. Поэтому отслеживайте видео. То же самое по заказам от Шаблюль. Отслеживайте, пожалуйста, видео. Я всегда пишу в названии «Заказы от Шаблюль». С чего следует, что это именно заказы приходят. Ну, марказит так само собой, девчонки уже знают. Такие вот просто очаровательные серьги, совершенно миленькие. $34, 125 шекелей. Так. Вот еще один набор. Также кольцо идет безразмерное. Белый королевский янтарь. Смотрите, какая прелесть. Это из серии, вот этот вот набор, он, видите, по оформлению очень похож. Но поскольку это ручные авторские работы, они идут иначе по камню. Значит, что у нас по цене? $110, ребята, вообще. Просто нереальная цена. 411 шекелей. Вот такие вот совершенно изумительные вещи. Серебро, родий, который сейчас очень дорого стоит, позолота. Все эти драгметаллы сильно подорожали. За счет разницы в курсах у нас получается вот такая вот очень хорошая цена. И сколько такое продлится, не могу знать. Сейчас начинают ужесточать импорт и экспорт, начинают требовать пошлины за все увеличенные. То есть мы не можем знать, сколько еще сможем возить и вывозить украшения по тем ценам, которые были раньше. То есть все страны очень сильно пострадали экономически от короны, и поэтому будут пытаться как-то наверстать эти деньги. Ну и одна из возможностей — это увеличить налоги. А пошлина — это одно из. Вот так вот. Смотрите, как красивая тыльная сторона. Вот такой набор. Цена $83. И кольцо, ребята, указано как 19,5. $83 или 310 шекелей. Так.
И такой же точно, но темно-коньячный. 83 доллара и 310 шекель. То есть цена та же. Только размер кольца. Девчонки, сейчас вам точно скажу. Здесь на бирке указано. 19. Это у нас 19 размер. И вот такие серьги. Девчонки, смотрите, если кому-то на подарки хороший такой вот красивый комплект, я думаю, очень оценят. Еще привезенный из Калининграда. Так, сейчас я декорации сменю и покажу вам продолжение. А, подождите, у меня есть бусы. Значит, ребята, это бусы, они называются, у них проходят как лечебные. Что значит лечебные? Я просто помню, Фатима спрашивала про бусы. Значит, это просто камушки янтаря, необработанные, как они есть. Вот видите, их просто нанизывают. Видите, разные есть. И королевский попадается, и темненький. Видите? Их просто нанизывают, ставят вот такой вот за замочек. И кто хочет, носит. То есть, кому нужен янтарь для щитовидки, считается полезно. Янтарная кислота. И поэтому их 30 долларов цена. Это как бы не фэшн считается, а как именно как лечебный. Так что, если кому нужно, забирайте. Мне обещали три низкие, но в итоге вот есть только одна. Но цена, по-моему, нормальная, 30 долларов. Так, девчонки, я поменяла декорацию. Сейчас у нас тут продолжение, так сказать. Марлезонский балет, часть вторая. Значит, во-первых, хочу сразу начать с того, что попалась мне цепочка. Это большая редкость. Не толстая, а именно тонкая. Родированная. Вот думайте, может, у кого есть украшения таких оттенков. Это очень редко бывает. Она одна, всего лишь 55 сантиметров. Позолотой, черной родей. 36 долларов. Есть кому надо, сообщите. Она единственная. И плюс у меня есть эти цепи с большими петельками, которые всем нравятся, на 60 сантиметров. Там еще штучек 10 осталось, так что кому нужно под кулоны, тоже пока могу выдать. Так, смотрим, что у нас есть. Во-первых, новая линейка. Они сейчас стали делать интересные такие в современном стиле модерн украшения вот с разными цветными янтарями. То есть в чем фишка? Янтарь-то он не цветной, он как всегда или белый, или прозрачный, или лимонный, но делается подложка вот такая вот цветная и вот такой вот очень интересный эффект. Видите, так он лимонного цвета и получается вот очень интересное украшение. Такие серьги стоят, сейчас глянем. Они, во-первых, их это серебро позолота, вес 12,14 грамм, стоимость 82 доллара или 30, 307 шекелей, включая НДС. Такая штука. Так, это раз. Во-вторых, вы знаете все, что у них есть целая линейка с витражной эмалью. И вот я не помню, есть вариант, что этот кулон кто-то просил до заказ к своему комплекту. Если так, то забирайте. Позолота, серебро 47 долларов или 176 шекелей с молочным янтарем.
Очень красивый, вообще богатый комплект был, я помню. Так, тут у нас пришло только кольцо. Я просто серьги показываю, это с прошлого видео. Это уже отложено. Эта девочка себе собрала комплект, ждала кольцо. Вот оно пришло, просто чтобы вы имели представление, о чем речь. К нему еще есть потрясающее колье. Кольешка и серьги, и кольцо. Вот это такая вот модель веточки. Очень мне нравится, я ее всегда заказываю. Значит, здесь у нас безразмерное кольцо. Так, оно сидит на руке. 37 долларов. Или 136 шекелей. Теперь мы ждем такой точно набор полный. И кольцо, и серьги для Марины, я помню. Значит, кулон в виде мышки, которая грызет янтарик. Такая вот очаровательная мышка. Значит, мышка у нас 34 доллара. 126 шекелей. Кольцо было 37 долларов или 136 шекелей, а это 34 доллара или 126 шекелей. Вот такая мышильда. Как будто грызет сыр. Так, здесь у нас на цепочках моя любимая модель, обожаю. Во всех заводах, в общем-то, калининградских, такую модель в разных вариантах обязательно делают на цепочках. Действительно, очень классно смотрится. Значит, в данном случае это, как вы видите, молочный, такой королевский лимонный коньячный. Цена 40 долларов или 148 шекелей. За 76 долларов, что, по-моему, очень бюджетно. 18 размер кольца, вот такой вот морской конек. Глазик у него даже вот такой блестященький там. С белым янтарем и к нему серьги. 76 долларов набор. Или 285 шекелей. Само очарование и цена, ну, просто потрясающая, мне кажется. Так, это тоже черный роди позолота, ясное дело. Сейчас покажу вам позолоченный набор. Здесь не евро позолота, а именно позолота розовая. И набор шикарнейший. Он мне безумно понравился. Вот такой вот листик. Смотрите, какой шикарный просто янтарь. И совершенно изумительная работа. То есть получается, он очень воздушный за счет того, что вот лимонный янтарь. Очень красивый. 142 доллара. Он не дешевый. 528 шекелей, включая НДС. Но реально изумительный. Так, сейчас посмотрим кольцо. Оно безразмерное, вот так же можно будет сделать из него тот размер пальца, который подходит. Сама нежность. Супер. Реально классный. И последний набор. Он идет, состоит из вот такого интересного, такая интересная бляшечка на цепочке в 50. Тут уже евро позолота желтая. Цена 55 долларов или 250, 205, пардон, шекелей на тогле. Он закрывается.
И будет он у вас на шее вот так вот смотреться. И к нему серьги. Сейчас покажу. Можно ли делить набор? Вы знаете, мне кажется, можно. Я не думаю, что это... Хотя, конечно, было бы лучше, если бы кто-то забрал набором, как бы потому, как потом иди и подгони. Но, в принципе, наверное, если кто-то захочет поделиться, то у меня не будет с этим проблем. $40 серьги или 148 шекелей. Вот. Так, все, девушки, я выгружаю видео. Вчерашнее видео вышло ночью. Это тоже выйдет уже довольно поздно, но что делать? Что делать, что делать? Все, всем пока. Жду вас в комментарии. Расскажите, как вам наша янтарная поставка. И там у нас еще осталось ведре янтаря, еще не показанного. Так что с янтарем у нас проблем нет. Все, всем пока.